Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем про FIFA 18 за менеджер. У нас следующий матч получается из Кубка Англии. Ну чё, далее и готовим состав. У нас состав будет, скорее всего, тот же. О, у нас еще плюс и Челси. Блин, это фигово. Кубок Англии хотелось тоже списать. Ну ладно. Да Челси, я думаю, скорее всего, отпадает. Вот так выходит временами, получается. Ну ладно. Так, это нормально, это нормально. Это нормально. Нормально. Скорее всего, таким составом будем играть. Против команды. Так. Ну все, я таким составом оставляю, а там потом посмотрим, что будет. Давайте до интересный календарь зайдем, посмотрим, что там дальше у нас. Так, у нас дальше. А, там дальше Арсенал и Манчестер Юнайтед. Видите, какая история сама. Значит, Арсенал придется... Ну, играть, а у Манчестер Юнайтед придется то же самое, как и Челси. Ну ладно. А Кубок Англии надо. Ну ладно. Это не важно. Так, состав, как у нас остался. Переходим к игре. Играем дома. Я не помню, проходи. Кажется, мы не проходили дальше, да? Это турнира. Мы за это, конечно, получим деньги. Призовые. 102 тысячи нам, по идее, должны дать. Опа, она обманула меня. Ну, удар не важный для него был. Сегодня нас ждет очередная и, надеюсь, потрясающая игра в Кубке Англии. Обе команды сегодня постараются продемонстрировать весь свой потенциал, и я не сомневаюсь, что нас ждет красивый матч. Сегодня Ноттингем Форест встречается с Сандерленд. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовы и комментаторы. В общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. И вот состав хозяев. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Игра вторым номером – вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, 4-2. Что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. Конечно, посмотрим. У нас два поражения, на самом деле. Премьер-лиги. Мы опустились на второе место. Сейчас еще против Челси, потом против Арсенала. Ну, против Манчестер Юнайтед. Этот февраль у нас будет слишком трудный. Thank you. Enjoy the game. Ну что, давай, судья, начинаем. Вот нам свисток дали, мы начинаем игру. Поле нас ждет очередная и, надеюсь, потрясающая игра в Кубке Англии. Что-то солнце. Опа. Славу, и я уверен, нас ждет красивый матч. Ухватили мы мячик. Это может быть опасно. Какой шанс-то, а? Ну, небольшой, не маленький. Ну, хотя бы что-нибудь было. Если он успел добежать, интересно, он ударил бы по воротам нормально бы или нет? Есть хороший адрес для передачи. Просчитал. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч у них остается. Надо только грамотно распорядиться мячом. Я вообще не думаю, что нужно бить со столь дальней дистанции. Да, это было мимо. Хорошая была контратака, а теперь, когда их подловишь, еще вот и так, Зенита, Вестхэм, переезд. Но теперь соперник будет на чеку, хотя, конечно, сама атака вот до удара была просто шикарной. Очуми просто.
ВЦСКА и Зенитка приобретают игрока. И Зенита. Такое редко увидишь. Чука английская команда покупает. Можно сказать. Потеря. Русского какого-то. Ну не русского, можно сказать, из русской РПЛ. Может получиться интересная атака. Вариант. Что будет? Отворот, да? Это замечательно, у него там рикошетик получил. Обратный пас. Очень. Ну трансферы-то уже закончились. Надо скауту посмотри, какие там он нашел игроков. Удачен этот пас, и довольно своевременно. Надо посмотреть, может быть, в конце этого сезона на халяву получим игрока. Как свободный агент уйдет нам. Если вариантов нет, отдай мяч. Как Матизакер мог перешел в другое. Я бы мог побороться за него. Но зарплата слишком минимальная, я мог приложить. 50 тысяч максимум, который еще я мог приложить. Из этой атаки может. Ну кто там бежит-то, ё-моё, чё замерли, а? Нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Конечно. Глубокая и насыщенная линия обороны. Такую сложно будет пройти. Так, мяч мы у себя все-таки держим в атаке ихней. Но тут был тупо. Да нехорошо был, плохой пас был. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ну, что было-то? Что за офсайд? Что за такое, а? Ничего себе. Нифига себе. А я не заметил это. Я думаю, что слишком он быстро. И вратарь не успел. Да, тут все равно ничего бы не получилось, да? Пока неплохо. Опять офсайд. Не, забиваем гол и офсайд, офсайд. Я говорю, офсайд здесь был, офсайд. Даже ничего не делали. Второй офсайд подряд у нас уже. А шанс хороший был. Идеальный просто, проскочил. Это может быть опасная атака. Вот тут, конечно, защита уже закрыла. А если так было бы видно, ну, тут раз, когда с Манчестер Сити у нас офсайд прошел их, ну, то здесь был на самом деле 100% офсайд, но судья прям вот пятку нашу замечает, ну, в смысле, а тут нет нифига. Ну ладно, фиг с ним. Надо было играть до конца. Они кричат там, судья, блин, офсайд, и за такая фигня. Судья решил, и все. Ну ладно. Тут может что-то получиться. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Так, тут защита игра хорошая, прям. Пас и замечательно. Да, супер был пас. Такого пас только. Ну, у них тоже не лучше, скажу честно. Так. Да, блин, ну чё такой неточный пас-то? Игра чё-то среди поля. Да, блин, и тут не прошло, а. Они и завладели мячом. Может, один удар все же в ворота был сделан. У нас тоже защита хорошая. Я не скажу, что суперская, но до нашего уровня это замечательная защита, скажу честно. Посмотрим за этой атакой. Да ё-моё. Хорошее оборонительное действие. Да, блин, опять все прям просчитывают, падают их незащитники.
Нет, так не пройдешь. Давай, бей! И ну! Такой шанс. Не прошел, а? Ну да, тут слишком. И игрок зато еще вмешался. Шанс был хороший. Это просто удар даже будет, и даже створ ворот не считает. Но соперник эту передачу прочитал. Это может быть опасно. Вот это ошибка была. Мяч добрался до своего адресата. Вот это ошибка была. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Удар, опасно. Если не вратарь, ворота бы убежал бы мяч. Наш вратарь спасает на угловой. Да, владение мячом, я знаю об этом, тут колоссально наш. Центр штрафной, подан мяч с углового. Хороший вынос мяча из штрафной. Табарян прям в него вписался. Ну вот это стоит теперь, пока навес есть. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Навешивает. Ну тут сейчас есть, вратарь возьмет. Мяч вот это ошибка, Барян. Как и в матче Сити, можем ошибку притащить. Забивать нужно было, но он двинул мимо ворот. Ну не, мимо, слава богу. Но тут уже ошибка была. Тут были ошибки в пасах. Колоссальный просто. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Так. Начинаем свою атаку. Нет, но тут не проходит. Все, стоп. Первый тайм у нас заканчивается 0-0. Пока ничего интересного нету. Мы только в середине находимся. И ничего такого супер моментов-то не было. Выходим на втором тайм. Начало второго тайма, и обе команды продолжают борьбу за Кубок Англии. Первый тайм прошел успешно, во всяком случае для нас, зрителей. И я уверен, что во втором тайме команды опять постараются нас порадовать. Давай-давай, беги. Может получиться интересная атака. А вот это подкат очень плохо. Штрафную подачу. Не, есть. Тут вратарь решил будет. Отбить мяч. Опа, вот это впереди оказался. Это может быть спасибо опасно. Тебе большой пас. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Да тихо ты, подожди ты, комментарий. У них защита очень хорошая. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Ё-моё, что было-то там такое, а? Там авария еще не случилась. А чё было-то? Он толкнул его. Ай, блин, сейчас я... Почему отжали? Потому что я удивлялся того момента был. Чё там игрок был, толкнул другого игрока без мяча. И получил себе мяч. Опасно могло получиться, но никто до мяча так и не дотянулся. Но мяч... Ой, блин, матч как-то ускорился. Они стали больше атаковать. Может, они на второй тайме все хотят силу сэкономить было. Типа я потратил, да у меня... А вообще так и говорили комментарии. Они все владение нам дают, а там победа фигу. Как-нибудь. Играют в короткий пас, они сегодня много, и, видимо, ставка сделана на владение мячом. Но это не точный пас. Мяч не задержался в штрафной. Эйден МакГиди. Давай, пацаны, бегите, ё-моё, а. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опа, она обманул меня, да, наверное? Вот это я не люблю больше всего. Че, они тут сят. Удар по воротам. Но это удар никуда, не сюда. Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар... Давайте тоже заменим, попробуем заменить. Тебя, что ли, так вот?
пока данный момент. И тебя. Посмотрим, что сделается из этой. Было очень сложно исполнить. Заменяем игроков. У нас двойная замена, не самое частое явление в футболе. Пошли последние полчаса игры. Так, хорошо, все. Дальше продолжаем игру. Это может быть опасно. Давай, ему ударили, вот такой шанс был. Вратарь просто тащит этот удар, блин, а. И второй не, так и не залетел. Если бы он попал бы, если не защитник, могло быть все. Блестящий он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Давай бей! Ну чё было-то? Какой офсайд? Но в офсайде он был. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Чё творится непонятное на поле? Вообще просто. Прям везет. Хорошая игра на перехвате. И вот ё-моё, чё было-то? Не дает добраться до мяча соперник. Конечно, умный здесь нашелся. Удар хороший был. Вратарю и защитником таким ударом. Да, он действительно классно пробил головой. И если бы мяч попал в угол, скорее всего, был бы гол. Но мяч прошел рядом со штангой. Блин. Давай, отлично, давай. Сыграно, надо решать. А, не прошел, а, не прошел, да. Но мяч мы со мной отбираем у них. Что, в атаку пойдем, а? Может, попробуем. Не тому, ну почему, а? Ну почему так? Я хотел нападающего дать пас, на самом деле, затей был у меня. Смотрим за этой атакой. Блин, ну это вообще... А это что стоит? Он ничего ходит просто тупо. А не могу бы там быть, а? Ну это ихняя территория, можно сказать. Эйден МакГиди. Вот. Навязывают ему борьбу. Четверть часа еще играть команда. Мы тоже жаждем победы-то. Кубки Англии-то. Это может быть опасно. Да, все-таки отняли у него. Мяч у нападающего в своей штрафной. Так, это что у нас тут творится? Тут мяч наш будет. Скидка на партнера, следим дальше за этой атакой. Не, это хороший забег был, я не спорю, но... Есть поддержка партнера. Увы. Пока это я уже сделаю, блин. Уже все пройдет нафиг. Нифига мы там поле натоптали. Обратный пас очень быстро сыгран. Блин, вот это затея дурацкая. Не. Ваут уходит. 80-я уже минута, и мы никак не можем сделать ничего в данный момент. Защита очень хорошая. А, опять рикошет. Ну, угловой был хоть, а. Как-нибудь там, знаете. Нифига такого подобного не получается, да? Это может быть опасная атака. Ну, слабый, 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 слабый был навес. Слабый, очень слабый. Угловой. Это очень важный момент. Возможно, больше такого шанса не будет. Подали мяч с углового, а в центре... Не, спорта. Слишком слабо. Точнее, сильно отворот. Есть адрес... Давай, бей! Ну чё, откуда так, а? Угловой, который ещё иногда называют ужасным английским словом «корнер».
тоже заменяем игрока. Меняем игрока, смотрим, что можно здесь, может что-то поменяется. Давай, бей, бей, ну это удар слабый был. Пока неплохо. А это что было-то? Мяч улетел куда-то в сторону. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Папи Мисон Джилабоджи. Неплохо действует игрок. Мяч. Ну пока ты разгонишь, дальше. Там уже догонит тебя. Во, фланг, фланг, давай, давай, беги, беги, малыш. Давай, ну тут вратарь. Бей давай, ну! Да блин, ну куда ты так, а что за криво все было-то? Такие моменты, просто такие моменты были, а. Ничего мы не сделали в этом матче. Весь матч владела мячом, но не сумела выиграть. Просто повезло им, просто повезло. Столько моментов было. Все-таки надо реализовывать свои моменты, но тут... мы будем с ними еще раз играть, я так понимаю. Да? Да, я говорю, тут вообще жестоко было. И они тоже атаковали, конечно, но... Ну, удары в створ больше намного раз, но ударов одинаково у нас. Владеем мячом, тут 63 на 37, да? Ну, чуть убавил, было 66. Ну, куда не денешься. Короче, такая фигня. Ну, ладно. Дальше сыграем повторный матч с ними. Уже у них что? Они, подожди, мы в гостях были? Что-то я не помню. Конечно, мы дома были. Ладно. Неважно это обсуждать, посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть вот это. Куда там рекорд? Ты что, офигел, что ли? А давай вот это все прокачаем, а. Так, вратарь. Тебя давай чуть-чуть. Там на единице тоже одну подняться. Так. Тебя. Центральник. Два перехвата. Фига не нам. И защитник. Тебя вот левого. Может дриблинг, если остальное тебе поможет. Нам, конечно, уже скоростные. Ну, понятно, короче. Кто как сыграл, как то и сделал, да? Это вообще на двойку. Сделал. Ну, ладно. Так, конференции, да? Давайте будем отвечать на это все конференции. Так. Так, будем... похвалим Челси. Так, что еще дальше? Трансферы. Любая позиция 26 новых. Так, смотрим. Во, вот этого, сказать, следить за ним. Заберем себе. Так, вратарь. 22 года. Следи за ним, на всякий случай. Мало ли. Левый защитник здесь. Во, тут чоп есть, офигеть. 21 год. Так, центральный защитник. Вот 26 лет какой-то есть. Вот еще цапну это по-любому. Нет, я думаю. Вот еще какой-то нападающий. Вот ЦПшник еще есть какой-то. Бразилии Цапи из этого, из Ювентуса.
А, он уже есть. Нифига себе. Не, это нереально платить такую сумму. Мне таких денег нету. Нифига, 3-4 года. Давай тебя посмотрим. Пока все. Так. Тут больше ничего такого нет. Пропускаем. Что там написано? Изменение расписания, изменение расписания. О, через 2 дня у нас сразу матч будет это. Против Арсенала. Так, приложение тренера сборной. Призовой фонд 102 тысячи. Изменение расписания. Прежняя дата проведена 10-го. Новая дата 9-го теперь. Офигеть просто. Потому что у нас там Кубок Англии, да? Я так думаю, будет. Да, у нас они тут Арсенал и Кубок Англии. Понятно все. Так, состав я не меняю. Уже-то можно поменять состав. Тебя. Может поменять. Пускай 2 чопа у нас будут здесь играть. И все, в данный момент. Игры очень важные. Ну что, все, начинаем игру, мы играем дома. Мы там в гостях их выиграли, я помню. 3-0, что, если не ошибаюсь, было. Пасмурно опять, блин. Ну что, начинаем игру. Ну, это уже вы не увидите, конечно. Увидимся уже в конце этого матча лучшими моментами в этой игре. Вот и мы снова здесь. Посмотрим лучшие моменты матча. Ну, скажу так, что мы... Ничего хорошего здесь не произошло. Мы колоссально проиграли Челси. Ну, давайте посмотрим, что у нас было. Какие шансы были. Да, вот этот момент хороший был. Нужно забивать и выходить вперед! Ну, сам мимо ворот был. Так, сейф от нашего вратаря было. Да, он просто спас здесь нас. Так, дальше у нас Диего Коста забивает гол на 45 минуте. Он свободно был, просто свободно был. Там никто и даже не крыл его нифига. И второй гол. Смотрим. И кто первым успеет к этому мячу? Бьет Диего Коста. И еще один гол они забивают. Так, это уже 2-0, и тут еще один гол, и больше-то особо и ничего интересного не было. Может быть опасной. Куртзума. Тут вратарь прыгал, не знаю кто уже, тут уже ему деваться некуда было. В этом эпизоде могли бы быть повнимательнее. Да, тут защитники больше вины, можно сказать. Даже вратарь что мог, что сделал, на самом деле. У них 5 ударов, у нас 1, и ударов у нас 6. У нас какие-то неточные удары пошли, и мы проигрываем топ-клубом, на самом деле. Это так и должно быть, по идее. Ну, на победу тоже решаемся, но, увы, в данный момент у нас это не выходит. И у нас, тем более, впереди еще Арсенал игрок. Арсенал вся игра. Будет так, что у нас тут? Тут у нас это... Потом игрок травм на 5 дней, на 2 месяца и на 5 дней. Нифига себе тут поворот у нас, игроков травм получили. И мы получаем прибыли, нифига себе, 10 миллионов фунтов у нас прибыль. У нас теперь цена клуба 60 миллионов фунтов. Вот 60 миллионов фунтов, нифига себе мы подорожали клуб. Так, что у нас здесь? Здесь у нас что, я так не понимаю. Вот тут мы выполняем уже. Это сделали 3-е место мы в фазе в премьер-лиге находимся. Но это, конечно, нет, ё-мо, какие там нафиг. Может быть. Ну ладно. На этом мы остановимся. Увидимся уже в следующей серии других упражнений. Всего удачи вам и пока.